Всем привет, охотники-бандиты! Приветствую вас на моем канале. Сегодня я поехал в деревню Ключи посмотреть, что здесь у нас водится, какая дичь. По пути встретил дедушку, он на мотоцикле поехал на похороны. И, в общем, этот дедушка сказал, что он не сможет проехать, потому что горы высокие и заснеженная дорога, трудно на мотоцикле ехать на 125-м движке. Вот, за мной открывается речка Ключи. Видите, как замерзшая уже почти вся, но не вся. И этот дедушка сказал мне, что ни глухаря, ни косача в последнее время что-то нету. Много вырубов, но на самом деле много леса вырубили, и поэтому практически не осталось дичи. Ну, я с дедушкой спорить не буду, но проверю. Может быть, он немножко лукавит. Про то, что дичи нет, я, может быть, и верю, но я вижу, что здесь очень много нахоженных следов. Здесь неподалеку собачка живет. Ну и плюс ко всему, там впереди деревня, оказывается, в ней еще все-таки живут люди. Я знаю, что там один мужик средних лет живет. И вот еще, оказывается, и дедушка этот рыженький живет, косоглазый. Очень такой колоритный типаж у него. Ладно, пройду, прогуляюсь. Все равно пройтись надо, посмотреть, что где. Давно хотел я сходить на эти бывшие колхозные поля, но все как-то не мог собраться. Вот только по снегу, причем уже не по первому собрался. Изначально я хотел вот приехать сюда, на поле пойти, обойти так поле и обратно прийти. Но местный дедушка мне сказал, что поле очень гигантское. Я и устану, и заблужусь, возможно. Вот, он мне посоветовал подняться вверх на гору. И там, спускаясь с горы, видите, след от снегохода, спускаясь с горы, можно поохотиться, поискать там всякие перелески, лесополосы, небольшие поля, примыкающие. Гуляю по этим перелескам. Что-то пока тихо. Никаких вообще птиц нету, и следов нету птичьих, ни говна, ничего. Ни зайчи. Ну, зайчи следы были, да. Что еще здесь? Ничего вроде нету, какой-то пустой лес. Может быть. Ну, видите, здесь очень много. Доболтался. Улетел. Улетела вот здесь вот, блин, капец, болтать никогда нельзя. Ну вот, только хотел сказать, что слишком мало елок, слишком много лиственных, капец. Шел я по этому, по кварталу, шел, как провалился в лужу, и тут я понял, что хватит по этому кварталу идти. Следов птичьих вообще нету. Здесь вот очень натоптано следы. Но следы, как я выяснил, и заячьи, и собачьи. Ладно, если собачьи, может и волчьи. Вот, пройдем назад немножко. Зайчики бегают во все стороны. Во все стороны равны. Здесь пропилена дорога, однако, видите? Люди ездят. Вроде бы как. Всюду заячьи следы. Это я уже свои натоптал. Но птицы что-то не видать. А то, что я подумал, что там глухарь пролетел, это не глухарь и не глухарка. Это был сокол или что-то в этом стиле. Пустельга какая-нибудь. Потому что больно уж хорошо летел он. Широко расставив крылья и махал очень редко, практически не махал. А таким полетом летают только хищные птицы. Ладно, возвращаюсь, пока. Видите, между елок березой там черная точка. Это там соколик какой-то присел. Смущает, только летает. Смотрю, прилетело что-то на дерево, думаю, ну наконец-то. Нет, ничего подобного. Или вообще сорока. Отсюда плохо видно. Да, скорее всего, сорока.
Потому что орел бы сидел вертикально. Туловище и голова сверху, а здесь во-во-во полетел. Нет, все-таки соколик. Соколик слетел этот. Пустельга. Ложный рябчик. Я приехал вот оттуда. Сейчас там видно прямо фары вдалеке. Светятся, кто-то тоже едет. Зум, конечно, у нас не включим. Ладно. Вот так вот издалека видно, считай, что ближняя гора, потом дальняя гора. И вот по дальней горе кто-то ехал, сейчас поднимаются, сейчас на ближней горе окажутся. Фары. Вот здесь просечь можно издалека. Ха. Возвращаюсь с охоты. Ух. Прогулялся знатно. 3 часа ходил туда-сюда по снегу. Вроде снег-то не глубокий. Кажется, что? Вон, всего ничего, тонет нога. Хватает. Устал. Прям конкретно. В плане дичи что-то здесь как-то жидковато. Видел заячьи следы. Ну, вон здесь они везде. Вот заячьи следы всюду набеганы. И все, больше ничего не видел. Взлетал этот пустельга 2 раза, и все. Ну и собачьих следов много. Здесь в деревне собаки живут, видимо, бегают, охотятся, зайца гоняют. Как ни странно, не свистел, ничего, ни взлетов никаких птичьих не было. Неужели уже в конце ноября все, пора заканчивать охоту на птиц? Странно, на боровую дичь. Очень странно. Вот такой результат. Благодарю за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.